Бешенство Ноябрьску не грозит. А за то время, что в городе был введен карантин, ни одного случая заболевания зарегистрировано не было. По словам начальника отдела по защите прав граждан в сфере охраны здоровья Веры Шевцовой, карантин в Ноябрьске готовится снять завтра, 24 июля. Пока в городе действовало ограничение, специалистами Ноябрьской ветеринарной станции совместно с медиками и сотрудниками полиции был проведен ряд профилактических мероприятий. В частности, ветеринары обошли порядка 1000 домов в поселках города и привили от опасного заболевания почти 500 домашних животных. Тем не менее, согласно статистике, именно жители Ноябрьска чаще других ямальцев страдают от укусов животных. На территории Ямал-Ненецкого автономного округа за первый квартал 2013 года отмечается неблагополучная ситуация по нападению животных, домашних животных, на своих хозяев и других граждан. В связи с чем значительно увеличивается риск передачи бешенства от животных. Всего зарегистрировано 228 случаев обращения за медицинской помощью по поводу укусов животных. Показатель соответствует 42,5 на 100 тысяч населения, что превышает окружной показатель обращения за медицинской помощью по поводу укусов животных по 8 территориям. Ноябрьск в данном случае превышает на 29,3%.